Производители автомобилей из Китая делают свои машины просто с безумными темпами, что порой бывает не успеваешь запомнить, что есть что. Но на самом деле машины получаются интересными. Сегодня у нас на обзоре Voyah Free в рестайлинге. Машина только успела появиться, компания Voyah нам уже выкатывает первый рестайлинг. Ну, на самом деле очень интересно разобраться, что это такое. С вами автосалон ProTuning, меня зовут Игорь, поехали! Итак, что мы здесь видим на первый взгляд в передней части машины? Ну, во-первых, она стала на самом деле гораздо симпатичнее, как, ну, лично на мой взгляд. Очень хорошо у нас теперь стала выглядеть решетка радиатора, более компактная. У нас теперь такие прямые формы. Это, кстати, очень похоже на стилистику BMW. Вот у них также такие рубленые грани идут, прямые линии. Даже на самом деле вот эта вот вставка спереди на бампере, которая идет под парктроник, она у нас на самом деле как в X-моделях у BMW сделана. Но при этом не скажешь, что вот так вот сходу, что это прям вот BMW. Машина обладает своим собственным дизайном и отличается на самом деле от всех других. Тут же у нас сбоку идут такие вот интересные элероны. Вставка как под фальш-туманку с хромированным молдингом маленьким, таким небольшим. Обновленные фары, в которых у нас идет ресничка, ну, как в предыдущей модели Voyah, которая доходит до самого центра и перетекает как бы в этот логотип Voyah. Кстати, как Voyah Dreamer. У них это стилистика компании, что все автомобили делаются с такой вот отличительной чертой, в прямом смысле этого слова, чертой на передней части кузова автомобиля. И сверху очень классно еще выделена вот такая вот грань на бампере. Тоже дополнительный элемент дизайна, больше объема добавляет и агрессивного вида автомобилю. И, кстати, в этом рестайлинге он на самом деле стал более агрессивным, благодаря своим этим прямым, острым таким формам по кузову на машине. И здесь же у нас над логотипом Voyah аккуратно встроена камера, которая относится к круговому обзору. Потому что машина у нас, ну, все-таки это не маленький автомобиль, среднеразмерный такой кроссовер. И тут такая функция будет очень полезна при парковке в маленьких узких улочках либо местах. Обновленные диски в 20 размере, посмотрите, они у нас выкрашены полностью в черный глянец под цвет кузова автомобиля. За ними находится тормозная система, это у нас стандартный суппорт, скоба и два поршня. Ну, собственно, машина у нас гибридная, и она умеет подтормаживать электромоторами, поэтому это будет еще плюсом к системе торможения. И вот даже такой небольшой суппорт вполне справляется с массой этой машины. И тут же сверху еще видно как раз таки, как интересно сделана накладка на арку. У нас вроде бы стандартный молдинг идет, но тут такая вот выемка и как бы отдельная деталь. Смысловой нагрузки она никакой не несет, но чисто в плане стиля смотрится очень даже интересно. И тут же сверху, чуть выше на крыле, мы видим вставку. Это у нас камера, которая тоже относится к круговому обзору. Это контроль слежения в полосе самого автомобиля. Очень интересно сделана сама форма этой накладки, как она переходит прямо на дверь. То есть дизайнеры не боятся границ, они не стали делать отдельно вот так вот на крыле вставку, а прям растянули ее до двери. Тоже очень интересное эстетическое решение. И еще камеры, установленные в крышке зеркала и в ножке. Целых две штуки. Они у нас тоже призваны для того, чтобы полностью наблюдать за всем окружением автомобиля и помогать вам в различных ситуациях. И еще на что хочется обратить внимание. Видите, машина у нас вся черная. Черные колеса, все молдинги черные, решетка тоже черная. А вот оконные молдинги у нас серебристые, рейлинги тоже. Ну, как по мне, на самом деле непорядок. Надо это все делать в черный, чтобы машина смотрелась очень строго и брутально. А сделать это вы можете, естественно, в наших тюнинг-центрах ProTuning на улице Российская, 313. Мы сделаем там это в лучшем виде. И, кстати, не только эти работы. Вот вообще, в принципе, все новые машины нуждаются в оклейке, в защитную пленку, чтобы на будущее они не страдали от различных повреждений, которые встречаются на дороге при использовании автомобиля. Камушки какие-то прилетают, постоянные сколы, пескоструй, мелкие ДТП очень часто бывают на парковках, где-нибудь что-то притрете. Вот пленка – это идеальное решение, чтобы обезопасить ваш автомобиль от вот таких вот повреждений, естественно, обезопасить вас от лишних трат. Я думаю, самые внимательные уже обратили внимание, что у нас здесь установлены выезжающие ручки. Очень стильное решение. Это современная мода на автомобилях. Не только производители из Китая делают такое решение на своих автомобилях, но и даже, вот, например, новый Mercedes S-класс. Там у нас тоже установлены выезжающие ручки. Ну, в общем, по всем канонам моды 2023 года.
переходим теперь на заднюю часть автомобиля. Я вот, честно говоря, даже не знаю, нравится мне эта машина больше спереди или сзади. В общем, объясняю. У нас здесь, во-первых, что сразу бросается в глаза, вот такой вот спойлер, который имеет очень сильный такой подъем наверх, плавный, классно выглядит на самом деле, вот так вот очень интересно выделяется, потому что на машинах особо такого я даже и не вспомню, где можно встретить. Красивый стильный фонарь, линия проходит у нас по всей ширине машины, очень классно здесь разгораются поворотники желтым цветом, вот эти вот V-образные такие вставочки внутри фонаря. Логотип VOEG тоже находится у нас под стеклом, стоп-сигналы, и снизу сделаны вот такие вот элементы, можете обратить внимание, как под насадкой выхлопа, как будто бы они здесь должны быть, но так как машина у нас гибридная, выхлопные трубы сюда ставить не стали, но оставили вот такой вот интересный элемент дизайна, который тоже добавляет у нас более агрессивный внешний вид задней части автомобиля, больше объема, ну, в общем, выглядит все очень достойно. И багажник у нас открывается сразу непонятно где, потому что здесь у нас все плоскости закрыты, а вот здесь в дворнике встроена небольшая такая кнопка, которая открывает сам багажник. Итак, что у нас находится в багажнике? Ну, во-первых, шторка, которая у нас отделяет пространство багажника от салона. Очень приятно, что сразу с завода нам машина поставляется с таким вот кожаным ковриком, с интересной вышивкой и алюминиевым логотипом в VOEG, тоже смотрится очень дорого и прям присуще премиальному автомобилю. Слева у нас видна сетка накладки сабвуфера, который установлен здесь. Справа имеется еще дополнительный прикуриватель для зарядки ваших устройств. И также имеются крючки с обоих сторон, чтобы подвешивать вещи, чтобы они у нас не летали по багажнику. Подпола здесь у нас нет, если мы поднимем этот коврик, то в принципе никакого крючка не будет. Но там находятся у нас технические элементы, система питания автомобиля, баллон пневмоподвески, с которого у нас, собственно, машина поднимается, опускается, накачивает воздух. Ну, собственно, и все. Открыв капот, ничего интересного мы не увидим, потому что все абсолютно у нас обшито пластиком. Есть единственное только доступное нам, это бачок жидкости омывателя. Собственно, и все. Но мы вам покажем, что находится под капотом у VOEG Free. Тут у нас установлен уже стандартный для китайских автомобилей мотор на 1,5 литра. Здесь он у нас на турбине, выдает 150 лошадиных сил. Турбина, кстати, на самом деле прям очень-очень маленькая, буквально вот, ну, с кулак мой. В принципе, многого здесь и не нужно, потому что мотор у нас только заряжает батарейку. То есть он не крутит никак колеса, и такого вот сетапа, такого конфига вполне будет достаточно для того, чтобы спокойно перемещаться. А электромоторы у нас установлены на двух осях. У нас два электромотора, которые совокупно выдают 490 лошадиных сил, что, в принципе, уже звучит гораздо более интереснее. Ну, в общем, интересная машина в плане своих агрегатов и может вам показать очень интересные цифры от 0 до 100. А, кстати, от 0 до 100 машина разгоняется у нас за 4,8 секунды, что, в принципе, для такого формата автомобиля на самом деле очень низкие цифры, это очень хорошо. Перед тем, как я вам расскажу про салон этой машины, хочется отметить, какой у нее ключ. Вот я никогда не говорю про ключи, потому что, в принципе, у всех все плюс-минус одинаково. Здесь же, что интересного, посмотрите, во-первых, на его форму, как он выглядит, то есть его можно подцепить какой-то связкой ключей, очень удобно это сделано, такая прям, ну, большое отверстие достаточно. Интересно, на самом деле, сделано классно, и плюс у нас все кнопки находятся на торцах, то есть ключ так вот получается, как будто бы и практически без кнопок, когда мы его держим в руках. Очень интересно выглядит. По салону у нас, естественно, присутствуют хорошие материалы, кожа на руле, на парпризе на верхней части, на нижней, на центральной консоли, сиденья у нас сделаны полностью из кожи со вставкой из алькантары, и на дверных картах тоже у нас есть, ну, в принципе, она почти вся у нас сделана из кожи. Потолок у нас идет из светлой ткани, такого бежевого цвета. Сделано, на самом деле, все очень красиво, очень интересно, плюс в сочетании с этими всеми материалами дорогими, ну, прям приятно находиться в салоне машины, особенно после рестайлинга, она действительно очень классно преобразилась и стала еще более современной. Ну и самая главная фишка этой машины, про которую, наверное, уже все абсолютно рассказали, это выдвигающийся парприз. То есть мы можем нажать на кнопку, он у нас уходит немножко вниз. Сделано это, я так понимаю, для удобства. Ну и плюс, если мы переходим, вот, допустим, у нас панель стоит в своем верхнем положении, и мы выбираем спортивный режим.
на автомобиле, она у нас отодвигается вниз, чтобы не загораживать обзор у водителя. И как раз таки у нас еще адаптируется интерфейс под этот маленький экранчик. Очень классно, что этот момент тоже продумали, что у нас все как бы немножко сдвигается вниз, становится более узким. И в самой этой панели у нас, как видите, единое стекло. Тут у нас находится три экрана, ну, стандартная приборная панель у водителя, экран мультимедиа центральный, и переднему пассажиру достался тоже свой собственный личный экран, на котором он может смотреть фильмы, сериалы, ну, в общем, включать то, что ему нужно на своем сидении. В самой мультимедиа-системе тоже можно, на самом деле, найти много всего интересного. У нас главный экран выглядит, кстати, очень похоже, как это делается на BMW. Слева у нас находится навигация, и справа кнопки быстрого доступа, виджеты так называемые. Можно отдельно открыть на полный экран навигацию, чтобы понять, где мы находимся, собственно. Настройки музыки, опять же, можем подключить Bluetooth девайсы, чтобы прослушать музыку. Настройки климат-контроля, здесь же у нас есть еще три вкладки. Отсюда же мы можем управлять сиденьями передними. Как видите, у нас здесь имеется система массажа, в нем у нас присутствуют две программы, очень классные, кстати, кулачки, прям прорабатывают зоны. Массаж интересный, прикольный. Подогрев сиденья и вентиляция. Ну, в общем, стандартный такой набор люксового автомобиля у нас здесь уже присутствует. И на третьей вкладке у нас находятся настройки системы ароматизации. Как видите, у нас здесь три запаха есть. Свежий бамбук, прям так традиционно, по-китайски. Ну, в общем, очень классно сделано. И настройки самого автомобиля. Открытие лючка заправки. Открытие ручек, точнее, закрыть двери можно будет, открыть багажник, панорама и так далее. Ну, в общем, остальные функции по зарядке у нас же здесь показываются. Комфортная подсветка тоже. У нее, на самом деле, есть очень много режимов, то есть предустановленные. Можно под себя выбрать свет, как вы хотите, очень удобно это все сделано. И вообще полностью ее выключить. Настройки дверей и стекол. Также у нас здесь присутствует, большое количество их здесь есть. И быстрые настройки режимов вождения. Тут режимов, на самом деле, видите, очень много. Это эко, комфортный, режим спорт. Панель как раз-таки у нас сейчас опустилась, когда я включил режим спорт. Настройки езды по бездорожью, по песку, гравию и так далее, снег. И индивидуальные настройки, которые уже можно сделать под себя. У нас здесь снизу открываются все эти меню, и можем абсолютно все настраивать. И меню приложений, ну, тоже у нас стандартный набор. Карты, музыка, радио, настройки машины, кондиционирование сидений. Настройки, в общем, можно открыть, ну, собственно, как это сделано было у нас и на предыдущем Voya Free в дорестайлинге. Под мультимедиа-системой находится блок кнопок, на которых у нас аварийка, быстрое переключение режимов вентиляции, сильнее и меньше. Очень удобно, что это сделано на кнопках, что вынесли отдельно все это. Не нужно вам будет постоянно каждый раз заходить в систему кондиционирования и тут что-то нажимать. В общем, в дороге это бывает неудобно, когда у нас все сделано на сенсорах. Физические кнопки — это гораздо более комфортный вариант. Ну и, собственно, все остальное. Еще пару слов хочется сказать про приборную панель. Так как она электронная, она может менять свое оформление. Ну, самое простое, то, что у нас слева отображается информация. Допустим, сейчас мы видим музыку, которая могла бы играть с устройств, подключенных к машине. Далее мы видим предупреждения какие-либо по машине, если она видит что-то где-то вдруг не так, сразу здесь же показывает давление колес, четко мы видим отдельно в каждом колесе какое давление, также датчики температуры у нас в колесах установлены. Далее данные о зарядке, данные о нашей поездке, и можно еще даже поменять внешний вид полностью всей приборной панели на более простой и более понятный, как по мне. Ну а в стандартном виде у нас далее по центру отображается наш автомобиль, и вокруг при движении будут видны другие машины, которые участвуют также в потоке спереди, по бокам и так далее. И еще что интересно, опять же, если мы включим здесь же режим спорт, чтобы панель опустилась, у нас поменяется полностью внешний вид, будет, так сказать, третий экран, более простой, также по центру выводится информация, в принципе, которая нам необходима, слева скорость, справа у нас будет показано усилие нажатия на педаль газа. Ну, в классических автомобилях с ДВС, который приводится в движение именно двигателем стандартным, бензином либо дизелем, у нас справа обычно здесь стрелка тахометра, количество оборотов, но так как это автомобиль, который приводится в движение электродвигателем, тут такого у нас нет, поэтому сюда добавили тот самый показатель нажатия на педаль газа. Ну и тут же уже, в принципе, все основные показания снизу. Запас хода электробатареи, запас хода с бензинового двигателя, который может подзарядить батарею, время, температура, передача и пробег автомобиля. В принципе, все стандартно, как на всех автомобилях, но достаточно интересно сделано в плане дизайна.
приборной панели. Если мы посмотрим наверх, то увидим классическую центральную панель на потолке. С нее мы можем управлять шторкой, задвигать, отодвигать, панораму открывать. И здесь чуть выше у нас находится камера. Такая же камера у нас располагается и на центральной части парприза. Сделаны они для того, чтобы наблюдать. Если, например, вы забыли какие-то вещи свои в салоне, сумки и так далее, машина это увидит и покажет вам, что на телефоне изображение, что именно вы забыли. Очень классно это все реализовано. Переходим далее по салону. На центральной консоли у нас имеется два места под ваши телефоны. Одно из них зарядка, которая со стороны водителя. Зарядка у нас беспроводная, что очень интересно. Обратите внимание, как они сделаны. У нас здесь имеются отверстия такие стилизованные, небольшие. Это охлаждение телефона. Очень классно, что до этого все-таки додумались наконец-то, потому что на беспроводной зарядке, по крайней мере, у меня телефон очень часто греется, если его никак не обдувать. Тут у нас присутствует небольшой обдув, телефон не перегревается. В общем, классно, что до этого всего додумались. Сверху небольшое место, куда вы можете складывать ваши мелкие вещи, такая вот полочка открытая. И тут же у нас еще 5 кнопок находится быстрого доступа. Отсюда мы можем открыть камеры кругового обзора, посмотреть, что у нас находится вокруг автомобиля, включить не только вид с камер, а прям сам 3D-обзор. В общем, покрутить машину, посмотреть, какая она у нас снаружи. Далее переходим по кнопкам. Следующая у нас это кнопка автоматической парковки. Далее кнопка переключения режима, поднять и опустить мимо подвеску и поднять и опустить саму приборную панель. Два подстаканника чуть ниже имеются под местом под телефон. И очень классно, что они у нас могут полностью закрываться в такую плоскую поверхность. То есть, допустим, если вы не перевозите напитки, зачем вам постоянно здесь подстаканник? Вот так вот нажали, поставили сюда ваш стакан, потом нажали, когда вы уже допили все, что вам нужно, и вот так вот они классно очень закрываются. Подлокотник открывается на две части. Я смотрю, китайцы на самом деле очень любят делать похожий дизайн. Насколько я помню, в Ли-9 у нас был прям как будто бы такой же абсолютно подлокотник, и кнопка такая же была. В общем, они прям все в одной стране делают все под один стиль. И здесь у нас находится еще место для хранение ваших вещей. Достаточно глубокий, кстати, подлокотник, много чего в него поместится. Еще одна маленькая деталь, на которую хочется обратить внимание, может быть, она и не особо важная, но на сиденьях вместе стыка мягкой части его, где кожа у нас идет, с пластиком, с пластиковой обивкой сидений, у нас сделана ткань, такая тканевая вставка. Все это нужно для того, чтобы у нас кожа не скрипела, пластик не так сильно изнашивалась, потому что ткань в этом месте это самое лучшее решение. Такое я встречал вот как раз таки на BMW, Mercedes, на премиальных автомобилях. Опять же, это вроде бы мелочь, но приятно, что вот об этом уже позаботились. Находится она у нас здесь, такая вставка, на спинке снизу, где, в общем, любая часть сиденья, которая у нас соприкасается с пластиком, она у нас проложена тканью от того, чтобы она не скрипела, не изнашивалась. И тут же отсюда мы видим еще и парящую консоль. Там у нас находится место под прикуриватель и еще под две зарядки. Одна из них Type-C, вторая стандартный USB 2.0. Теперь пойдем на задний ряд. Тут у нас есть подлокотник под двоих человек с двумя подстаканниками выдвигающимися. На центральной консоли у нас дополнительный экран присутствует. В принципе, в машине очень много, на самом деле, экранов. Спереди у нас 3 штуки, здесь 4-й стоит. Отсюда мы можем управлять музыкой, выдвинуть шторку, поуправлять панорамой, либо ее шторкой панорамы, и, собственно, и все. То есть все настройки, которые у нас здесь имеются. Снизу у нас есть еще и дополнительный разъем для зарядки USB Type-C и стандартный USB 2.0. Сверху такая вот небольшая полочка для мелких вещей. В общем, ездить сзади здесь можно на далекие расстояния с комфортом. Очень интересный и стильный получился действительно рестайлинг. Не только снаружи, но и внутри машина очень классно преобразилась и вызывает еще больше внимания. А в китайских автомобилях сейчас это одно из главных качеств. Привлечь внимание окружающих, показать себя, заявить о себе. А особенно с ценой этой машины в наших автосалонах с полным пакетом документов. Эта машина выходит в среднем от 5 миллионов рублей на сегодняшний день. Очень хорошая цена для такого класса автомобиля. Обязательно обращайтесь в наши автосалоны ProTuning в городе Краснодар и городе Москва. Можем привезти такой автомобиль для вас, и не обязательно только в OEG-Free, можем также привезти под заказ абсолютно любой автомобиль, даже самый эксклюзивный. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, потому что именно там мы выкладываем все новинки, автомобили, которые находятся у нас в пути, скоро будут в наших автосалонах, либо автомобили из наличия. И также подписывайтесь на наш YouTube, на котором выходит этот видеоролик. Обязательно оставляйте комментарии, как вам этот OEG-Free в рестайлинге, и ставьте лайки.